Всем привет, с вами StevPro, и сегодня я покажу вам Portal 2 мод для Minecraft Expedition. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляются вещи из игры Portal 2, да, настоящей игры Portal 2. Ну что ж, давайте рассмотрим наши вещи. Во-первых, мод валяет такие дорожки. К примеру, если пойдете по этой дорожке или пробежите, то вы будете бежать довольно с большой скоростью. Но если вы будете прыгать на этой дорожке, то вы будете прыгать довольно высоко, и будет следующий звук прыжка. Да. Дальше проигрыватель, в нем сможете проигрывать специальные диски. Сейчас вы слышите музыку. Давайте послушаем следующую музыку и послушаем последний диск. Ну и что ж. Да, давайте его вытащим. Также есть радио, к примеру, друзья, вот такое радио, которое вы также можете активировать и послушать. Да, радио, в радио вроде, если не ошибаюсь, поет робот. Робот из Portal. Ну да, что-то типа того, друзья. Также в этом моде есть книга, в которой вы можете узнать информацию о этом моде. Но, к сожалению, настройки и информация о этом моде все здесь на английском. Но будем ждать перевода этого мода. Также здесь есть вот такие мини-роботы. То есть есть белый робот, а есть и серый робот, который вы можете также настроить с помощью вот этой штучки. Вы можете сделать его агрессивным или просто-напросто его удалить. Когда он становится агрессивным, он открывает свои пушки и начинает стрелять вас снежками. Но, как я сказал, вы можете его удалить или просто-напросто убить рукой. Наверное, давайте поставим мучку вот такую. Да, она мне понравилась. Я не знаю, как вам, но она мне нравится. Также есть пушка, к примеру, от Gravity Gun. Вы с помощью него сможете подтягивать мобов и отправлять их в полет, друзья. Это и вправду очень классный мод. Просто цепляете, либо отправляете, либо просто дропаете этого моба. Вот, ну, вот, как видите, я дропнул, и он у нас сразу умер. Да, давайте рассмотрим дальше. Это у нас пушка, вы знаете все эту пушку. Она помогает нам телепортироваться из одного места в другое. Например, если мы встали в синий портал, мы окажемся в желтом портале или в оранжевом портале, его можно назвать так. Это очень классный мод, друзья. Давайте, к примеру, наш портал поместим вот туда. Вот туда. И вот сюда. Допустим, вот сюда. Да, я знаю, что я неправильно сделал. Я должен был сделать один портал снизу, а другой сверху. Но, как видите, мы все равно телепортнулись. Также вы можете залезть в оранжевый портал и оказаться в голубом портале. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.